Всем привет и добро пожаловать к каналу. Продолжаю играть Blitzkrieg 2 Возмездие. У нас новая операция Горящие рельсы. Станция Жадино, важный железнодорожный узел, и враг всеми средствами пытается удержать его в своих руках. Нам эта станция необходима для дальнейшего наступления. В частности, это скорейшая переброска войск в Минском направлении. Ваша задача — очистить станцию и деревню от фашистов. Прежде всего, нужно уничтожить группировку врага на восточном береге Жадинки, который преградит вам путь к переправе. Затем форсировать реку и уничтожить противников деревни. Последняя и основная цель вашей операции — взять железнодорожную станцию Жадино. Да, офигеть, миссия, конечно. Так, что у нас тут есть? Ежели к нам с уважением, Есть. Так. Сохранить, конечно, надо. Блин, мост взорвали. Вот черти. Блин, один танк мы уничтожили, да? Печально. Пилот на связи. Ой. Так. Слышу вас хорошо. Что? Что такое? Да не сплю. Вас понял, начинаю. Штурмовая сауна. Ладно, сделаем. Будет сделано. Да, это будет долгая миссия. Начинаю выполнение. Да. Выполним. Я на связи, слушаю. Их ты бы ПВО здесь мало. Экипаж полной боеготовности. Задание выполнил. Постараемся. Докладываю о готовности. Враж! Да. Одного живет сейчас. Так, ну пойдем посмотрим. Забиваю. Куда мне тут идти надо? Ты видел, два танка должны быть. Ваши приказы. Ну, чувствую, тут еще тоже войск выше крыши будет. Ладно, мне хотя бы эту сторону взять, потом еще верхнюю.
вы потом уже думать о заводе. А как приказ? Ну, вот тут еще кто-то едет. А, это, скорее всего, бесконечная атака противника. Экипаж танка, внимание! Исполняем приказ. Формовая установка. Танки с нами. Это САУ. Сейчас выполним. Сестричка. Танки на связи. Погоди, у меня. Так, есть контакт. Разманить врага на станцию, уничтожить группировку. Понятно. Только еще до туда доехать нужно. Каким-то образом. Надо будет потом штурмовиков отправить, посмотреть. Не знаю, здесь уничтожили арту или нет. Надо будет пехоту отправить. Из того, что я вижу. Да, танки. Там все живо. Какие указания? Экипаж САУ приказ понял. Хорошо. Переход. Здравия желаю. Так ничего сложного. Танки на связи. Исполняю приказ. Какие указания? Расскажи что-нибудь. Нет возможности. Танковые подразделения. Танки, приказ. Жду приказаний. Так, точно, понял. Что? Приказ окопаться выполнен. Ась. Мы укрепились. Мы укрепились. Ась. Игом? Да. Так, теперь надо этот блок уничтожить. И потом, может быть, дальше идти. Да, стоит брать этот фигню или не стоит. Скорее всего, придется, чтобы нападения не было. Значит, пока пускай стреляет в эту штуку, может быть, попадет. Угу. Есть. Там кто-то есть. Ладно. Так, следующая позиция для сдерживания противника здесь. И надо взять пушку.
уже едут. Интересно, что за инженеры такие пошли. Танки на связи. Будет сделано немедленно. Отпробовать. САУ на связи. Шлемы надеть. Прием. Приказ окопаться на ваш танк. Так, если надо так, тогда отправить, да? А что, просто это, а снарядом нельзя? Вот так вот. Да, там, конечно, сейчас... Экипаж САУ приказ понял. Танки на связи. Отличный выстрел. Либо уж ничего опасного нет для танков. Вот так надо запомнить. Да, здесь все стоит у нас. Почему они сюда стреляют? Ладно, не
подождите. Если я ему приказал в другое место стрелять. Мы тут. Блин, почти бензин кончился. Связь хорошая. Пилот. Сорыло и до ужаса. Да, сейчас будет сделано. Ладно, я понял. Готовы. Ехали. Мы тут. Не могу я его отсюда достать. Выполним. Маленький, да удаленький. Выполняю, мигом. Прямо по курсу противник. Мы покажем, на что способны. Так, точно, понял. Ничего секретного здесь нет, да? Жаль. Ладно, хотя бы просто пехоту уничтожить. Слушаю, чтобы не мешало мне на всякий случай. Твою дивизию. Танки на связи. Докладываю о готовности. Что они хорошо видят, а, всех? Бой готовы. По машинам. Приказ окопаться на уровне. Даже стоит против русских танков. Я по курсу противник. Так, точно, понял. Мы тут. Это САУ. Сейчас выполним. Прямо по курсу противник. Жду приказа. Есть. Танки на связи. Запросто. Отлично, все, пускай здесь стоит. Так точно. Так ничего сложного. А пехота пускай сюда ползет. А проще, парень, орех. Слушаю распоряжение. Ладно, сделаем. САУ слушает.
Припасы кончились, да? Я не помню, что тут еще у нас стоит. Постараемся. Докладываю о готовности. Нужно же действовать. Докладываю, приказ выполняем. Рад служить. Наша броня. Наша броня к вашим услугам. Командир, мы на позиции. Так, позиция мне не нужна, я лучше здесь пойду, боком. Вышли на расчетную позицию. Исполняю приказ. По нам ведется огонь. Припасы кончились. Ну ладно. Будет как разведчик ко мне. Давайте чуть. Будет сделано немедленно. Сау приступает к выполнению. Снова живем. Сейчас. Это мне вот сейчас вот это мясо мне пугать. Приказ понятен. Противотанковый самолет установлен. Так, нормально. Или нет? А, вот еще войска. Патрон еще есть? Есть, отлично. Обнаружен противник. Странно, что они спиной ко мне стоят. Ну ладно, допустим. Блин, а? Все равно кто-то по мне там стреляет.
Ага. Новая цель. Есть объект, захвачен. Хорошо. Танки на связи. Интересно, если притащить эту штуку сюда. Нормально будет, надеюсь. О, кстати, у меня еще один танк есть. Печально. Обнаружен противник. Последний танк остался. Докладываю, приказ выполняем. Штурмовая САУ. Что? Да, танки. Вражеская мрачная. Штурмовая установка. Не могу я его отсюда достать. Слушаю распоряжение. Передовой слушай. Запивай. Проверка связи. Здесь это последний танк. По идее, должен последний быть. А, вот он еще. Вижу вражеское подразделение! Машины! Опять. Слушаю распоряжение. Ладно, если в любом случае придется средние танки тащить. Средние танки прорядок. Да ладно, прямо здесь, вот так вот. А, ну да, я ж точку захватил, точно. Экипаж танка, внимание! Закрыть люки! Танки на связи! Что вы так не делали? Нас пытаются обстрелять! Ах, вот оно! Вот спрятался гад такой. Все, выполнил. Отлично, получил звание майор. 28 минут, но это была легкая миссия на самом деле. Так, давайте распределим очки. Так, штурмовое орудие. ПВА, артиллерия. О, это вот надо обязательно. Тяжелые танки. Ну что ж, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. До встречи, всем пока.